Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский». Thank you.
Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сабахтани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух.
И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли в святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Осии, и мать сыновей Заведеевых. Thank you.
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать его, и, взяв тело, Иосиф обвил его частицею плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.